Может ли в этом случае быть или равно? Что, чему? F от единицы равно нулю. Ну а теперь посмотрим, они нет, у нас тут вот так указано. Дело не в F. А, да. Вот это вот. Смотрите, там написано, что неравенство не строгое. Если парабола пройдет через точки минус 1 и 1, то скажите, какие решения нашего неравенства не попадут в этот ноль? Минус единица и единица. Правильно. Потому что это будет решением неравенства, а в наш промежуток не попадает. Вот, поэтому там строго меньше единиц. Все. Вытираю ниже вот это все ответы. И продолжим. То есть у меня решение 2 и минус 2. То есть и больше, то есть, все, я понял, а промежуток минус бесконечности до минус 2, это вот до плюс бесконечности. Ну и заметьте, товарищ Попенко сделал много лишней работы. Дискриминант здесь никак не повлияет на общее решение. Потому что f от минус 1 меньше нуля, f от 1 тоже меньше нуля. Понятно, что два корня будут и, ну, товарищ, зря. У меня вопрос можно задать? А если бы условие сказано было, то что промежуток тут поменьше для равного, пора была бы между единицей и минус единицей. Давайте, вот на практике мы очень много разных других случаев рассмотрим, вы там увидите. Так? Ага. Это ты подставил минус 1, так? Хорошо. И что у нас получается? Да, товарищ Петр. Ну, вытирайте немедленно, так? Сейчас. Андрей, подставлять вместо чего этот минус 1 надо? Вместо икса. А ты куда подставил? Вместо икса. А ты вместо а подставил? Я вместо икса подставил. Ну, надо напиши, если вместо икса подставишь, то получится. Вместо икса 1. Дальше. Плюс 2а. Дальше. Плюс 1. 2 икса больше 2. Ну, и ты вместо а подставляешь. Да. Уже третий решает. А, ну даже так. А, ну ладно, подставляем сюда. Да. Так стирает надо. F от 1, от минус 1 сначала. 1 плюс... Все правильно написал. Чего мне сбили? Ну ладно. Сбить, ладно. Бывает, так. Ну а в чем 2а лепишь такое, если тебя сбили? Это мне. Да. Меньше нуля. А, меньше. Дальше. Но тут следующий. Мы подставляем 1. 1 минус а плюс 1. 2. Ну, плюс 2. Вот так. Вот так. Решаем. В первом случае а меньше минус 2. А меньше минус 2, а в другом? А больше 2. А больше 2. Может быть такое? Нет. Пустое множество. Подходит. Вот. Хорошо, товарищ Попенко, больше вы сегодня на гостей не выходите. Так, Сашка. Дальше идем. Так. Ну а теперь, смотрите.